По словам туристов, они вышли в поход 12 дней назад с горы Фишт. Два дня назад должны были выйти через хребет Ачушхов в поселок Красная Поляна, но сбились с маршрута. Вчера рано утром, поднимаясь по склону, увидели двух медведей. Отскочить с дороги, по которой бежали звери, удалось парню, а вот девушку медведь задел лапой. Рану туристы обработали, но двигаться дальше по сильному дождю не смогли. Обнаружив пострадавших, сотрудники МЧС подняли их на борт. На базе отряда спасатели передали 25-летнюю жительницу Краснодара медикам. Ее доставили в травмпункт.